замыслу сегодняшней тренировки условный противник совершил налет на колонну. Солдаты занимают круговую оборону и дают отпор оппоненту. Параллельно оказывается первая медицинская помощь раненым. Особое внимание оркестранты уделяют слаженной работе в подразделении, начиная с командира и заканчивая рядовыми. Все должны передвигаться в одном ритме и действовать слаженно. Все упражнения на занятиях максимально приближены к боевым. На каждой точке голубым беретом прилетают внезапные вводные от инструкторов. Работать в таких условиях нужно быстро, максимально отходя от шаблонности действий. Совместные тренировки бойцов продолжатся. Следует, система обеспечения военной безопасности Беларуси будет становиться все крепче.